Карамба ТВ представляет. Здорово. Знаете, благодаря интернету я заметил такую вещь, что голуби очень похожи на кошек и собак. Ну, в смысле, они тоже часто делают всякую непонятную хуету. Вот, например, что с этим голубем? Нет, ну серьезно, что с ним случилось? Почему он такой пиксельный? Ладно, окей, не будем приебываться к тому, что это видео на домофон снято. Но все же, почему он так кружится? Крутись, крутись, крутись. Ай, молодец. Ебать, смотри, что он делает. Мне кажется, он просто решил замаскироваться под флюгер, чтобы его кошки не вычислили. А, нет, скорее всего, он послушал песню «Лимбискит Роллин» и слова припева в буквальном смысле воспринял. Все, теперь я точно знаю, что было на самом деле. Мужик, который снимает голубя, должен засеять газон травой. А голуби хотят сожрать семена. Вот они и отправили самого артистичного отвлечь внимание мужика. Илюх, начинай! Крутись. Крутись, крутись. Крутись, крутись, крутись. Ай, молодец. Ебать, смотри, что он делает. Хотя на самом деле это просто очень рассеянный голубь. Ой, я забыл закрыть дверь. А, нет, все нормально. Я не выключил утюг. А, нет, все окей. Я стоял дома ключи от машины. А, нет, у меня же нет машины. В общем, следующее видео... Блять, у нас такие шумные соседи сверху, как будто там два здоровых мужика катают огромный шар по полу. К таким шумным соседям сверху я разбираться не пойду. А то меня там в прямом смысле этого слова укатают. И более того, мне кажется, что они уже кого-то укатали и постелили между матов. Вот что ты получаешь, когда приезжаешь в Лондон во время Олимпиады. Я, конечно, понимаю, что хочется покоя, но спортсменам-то тоже нужно готовиться. Правда, неизвестно, откуда они достали левое яичко Халка и к чему именно они готовятся. Да, понятно, что это специальное такое упражнение, но согласитесь, выглядит оно забавно. Особенно если представить, что они просто решили отбить от пыли коврик, который лежит на матах. Или эти чуваки поиграли в футбол и теперь решают, кто будет мячик обратно другу домой заносить. Короче, ты мячик, Саньку, отнесешь. Нет, нихуя, ты! Знаете, эти ребята не такие уж и плохие соседи. Они всегда знают, когда остановиться. А представляете, если бы это было олимпийским видом спорта? Этих спортсменов бы называли широкатами. И я бы не очень хотел, чтобы моя мама позвонила мне, когда я смотрел Олимпиаду. Алло, да, да ничего, вот смотрю, как мужики шары катают и палки трут. Палец вверх, если тоже катаете шары и трете палку. И подписывайтесь на новые видео. Это был Плюс 100500, болейте за нашу олимпийскую сборную. Меня зовут Максим, пока. Корпорация Google впервые начала банить пользователей в поисковой системе. Еще одно Google изнасилование. Почему это случилось именно со мной? Самое сладкое. Я буду трудиться день и ночь. Вон он! Где?